Все хорошо. Высадка. Так, ожидаем пока. Кто GPS меня должен забирать? Тачку положил. Ближе. Так, давайте выдвигаемся на север. В сторону города, осматриваем город. Там уже есть союзники внутри. Принято, ребят, подождите, пока РВ дойдет к Гришину, потом, если будет, боя не будет, подъедьте ближе. Пока нет, идем. Пока отдыхать. Клёный телефон. Восточная часть города уже союзники прошли. Поэтому с горы осмотрите город, кто с оптикой, и дальше двигайтесь на север. На восточном фланге есть медик? Медика нет, но сейчас подъеду. Желтый дал, у нас боец поранился. Подъедьте, пока. Сюда? Хорошо. Да, подходим. Там салажу. Салажу. Не, у вас контакт? Метку вот тут поставили, дал метку. Принято. КС сказал помочь им зачистить вот эту пехоту, которая здесь стреляет. Так, штаб, слышим жужжание, северо-восточнее надо. Салат закладывает, да? Нет, мелкий. Мелкий, принято. Он все там же. Платва, алтарь. Айдар, там метка, да, на противника стоит ДВ-шка. Неси, я за этой заглушкой. Я пока наблюдаю, я навряд ли в него попаду с такой дистанции. Это мелкий, можете его просто оставить не так. Жар. Кого? На север приставил метку. Убили нашего кого-то только что в упор. Сейчас выстреляют. Сейчас выходит и убивает Бэху, либо мы сидим до скончания бед. Если Бэха сейчас выкатится, ее выбьют. Откуда? Только из замка. Они Грек живой? Кто-то они Грека убили. Айдар живой? Так, все готовы идти? Продолжаем азимут 50 по лесу, идем вглубь леса. Там союзники, примесь с противником. На каски внимание обращайте, у них каски белые. Кто у нас там на тигре был? На КВшке? Ты в городе, да? Наверное, пока будь там сейчас. Мы глубже пройдем, потом поедешь. Давайте дойдем до домов и от домов проверим восток. ТТ вы на дальний? Да, на дальний. На актуальных позициях? Да, на актуальных. Принято. Пехота ГРУ на связи. Шайтан, метку синюю поставил, ПК у вас на фланге лежит. Мы пока его там. Принято, мы как раз проверяем сейчас. Пехота ГРУ на связи. Смотрите, вот синяя метка Айдара, там лежит пех и подавляет ТТшников. Надо найти его. Это от домов на восток примерно.
У них, да, камуфляжная. Сучка. Там Кендеров живой. Он, они чинятся и башни крутятся. Не знаю, почему не отвечают. Учился, наверное. Походу, ДВ-2 не слышали. Они на позиции, на моей черной. Я принял. Кто стреляет? Роник. На единице. Кто стреляет? Не мы. Ищем. Где медики находятся? Дыши на 150. Выйди на вас, подходите. Ростры, болельщики, начинайте движение на двух рядах. Убил. Добил. Продолжаем дальше юго-восток чистить. Штаб салата пизда, скорее всего. Я принял. А, живой, стойте, ломаешь? Шайзан, сами не перестреляйте, я вас вижу, урод. Принято. Мы двоих тут пока убили, ищем дальше. Поинта есть еще тут в нашем фоне. На 80. Смотри, чтобы не союзники были, аккуратно. Белая каска? Если я уверен, стреляй. За мной. Хит клюв. Не-не, я далеко, где он, белки? Дай информацию, где он, елки там, камень, что там? Елка, убил. Север, север, смотрите. Вот это оружие странное, это противник, ищите его. Вам в целу бляк заходит. Метку можно? Да, поставил. Принято. Смотрите, парни, как мы из города заходили в лес, там сейчас противник. Кто стреляет? Убили? Да, а, нет, по мне. Да, я вам, говорю, предложил вам на ТОП ТВ. Один готов. Хорошо. Он кому-то докладывал прям в панике. Ты на дымах убил или где, Эйдар? С востока от дыма, буквально вот рядышком. Бля, в тылу работает какая-то херня. Авангард. Да. А, понял, ДВ-3. ДВ-3 проверка. Нет, это противник, скорее всего. Понял, к вам спину тогда заходит. Да-да-да, встречаем его. Я подойду, добью его, наверное. Вот где труп Грека был, Айдарыч? Там сейчас противник с пуликом Грека, по сути. Я смотрю спину. По нашей бэхе стреляет. Это запад от нас, по-моему. Да, вижу. Бэха жива, по которой пуск был. Убил, короче, я этого тыловика, он нашу бэху убил, успел, сволочь. Авангард, ТТ, по-моему. Еще есть, еще. ТТ, повтори. Пулеметчика этого убили в тылу. Да.
Так, кто у нас еще? Димкин живой? Андроник. А вы СБХ можете вести в ГРУ? Так, понятно. По вам, да? Одиночный. Понял, иду. Да, где-то наверху холма. Кто работает? Я поэтому ссылку елку упала, если видел. Не видел, скажи, Азимут. Давай проверим, давай проверим его. Я рядом. А вы тут, повтори. Сняли только что вот это тело, стрелка? Дерево упало, проверяем. Проверяем, Айдарыч, проверяем его. АТ-шка, АТ-шка. Смотрите место пуска, это враг должен быть. А, это свой, свой, значит свои захваченные. Вот куда они работают, там, значит, кто-то есть. В этой ложбинке. Давайте левее обходим и проверяем эту ложбинку. Я просто вижу на их метку врага. Значит, там блять, в дыму противник. Ёбаные ёлки, блять. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.